Продолжение темы. В своем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил основные цели в развитии страны. В том числе были рассмотрены экономические и социальные вопросы. Принято решение о создании в структуре Народного банка Комитета по денежно-кредитной политике, Агентства по защите и развитию конкуренции, Агентства по стратегическому планированию и реформам и другое. Глава государства затронул и качество высшего образования. С прошлого года активно ведется работа по упразднению учебных заведений, не предоставляющих соответствующего обучения, занимающихся печатанием дипломов. Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру взять данную проблему на особый контроль. В принципе, понятен подход. В области образования также поставлены важные задачи в плане повышения качества образования, в том числе высшего. То есть даны поручения даже премьер-министру по отслеживанию некачественных вузов. Я считаю, что это очень правильно, потому что работа над этим позволит поднять общий престиж казахстанского образования, позволит удержать сильных абитуриентов в Казахстане. Надеюсь, эта работа будет проводиться системно.